любви. Нетрезвый звонит в звонок, поправляет кепку, ему открывает, вот такая брюнет. Ой, я не одет, ой, вы извините, да вы не стесняйтесь, вы проходите, муж на работе, на даче, детки, у меня ужасно искрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете, что вы подумали? Он ей ответил. Математики, что электрики. Первых я видел в гробу в белых тапочках. Электрики мне вообще до лампочки. То ли дело судьба музыканта, особенно после второго стакана. Девчонок вокруг видимо не видимо. Вот здесь, Андрюш, 2000 минимум. Эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания. Я не готова на все на свете. И что вы думали? Я вижу, вы хотите со мною танцевать. Давайте потанцуем, но чего не забывать. Что к этому моменту у меня внутри 0,5, 0,7, 0,33. Итак, следующий раздел – езда. Если ни дома, ни денег не жаль, что ж тут поделать? Если решил уезжать, уезжай, незачем медлить. Кто здесь любил тебя, кто тебя знал, все не помеха. Вышел из дома, пришел на вокзал, сел и поехал. Сел и поехал.
карты потеха. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Сел и поехал. Сел и пригрелся. Так и доехал до райских ворот, кончились рельсы. Вышел, размялся, спросил сигарет просто для смеха. Взял на перроне обратный билет. Сел и поехал. С Урала в Туапсе во всей своей красе, кроссовках и джинсе, шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе на патоке места, где впору покосеть, взглянув по сторонам, заброшенные дома, разбитые трактора, как будто здесь война была еще вчера. Шла Саша по шоссе из уличных соров, межвоинских частей до заводских цехов, где трудятся в дыму и производят дым, не нужный никому, ни мертвым, ни живым. Через угольный бассейн, где в каменную пасть людей уносит клеть, завоем и кайлом, где добывают смерть с углем напополам. Шла Саша по шоссе сквозь дикие края, где разве что газель проедет раз в три дня. На остановку ждать выходят старый вал, ой, надо побежать, до транспорта нема. Шла Саша по шоссе с наказом от родных, с печалью изо всех, пока еще живы. Шла к батюшке зарю, к боярам в Белый дом, усталость на зарю, уже почти бегом.
я вида меж лишним и торжком. И даже денег дал на пиво с пирожком. Не плачь, моя страна, надейся, мой народ. Я верю, что она когда-нибудь дойдет. И всполошится царь, и поперхнется власть, и людям просто в дар земли и денег даст. Зайдет любой заря, и засмеются все. Нельзя же, чтобы зря. Что наш шаржа по шоссе? У нас есть... Да. Да. Я, простите, представьтесь, пожалуйста. Пятый канал, очень приятно. Вот в 30 лет вместе, как определяются обязанности вашим замечательным лицам? Ну... Сейчас, подождите, да, ребят. Боже, на этот вопрос я все-таки отвечу, как распределяются обязанности, да? Инга, дорогая. Мы, конечно, все друзья, мы все партнеры, но надо понимать, что как в любом нормальном коллективе есть все-таки отчетливое распределение, ну, так скажем, градации. Есть человек, который отвечает за новый материал, за стихи, вообще за то, как группа живет. И люди, которые, ну, как-то помогают в меру сил. Потому что мы все друзья, действительно. То есть мы друзья, мы коллеги, это очень приятно. Но есть я, который все пишет. И есть ребята, которые очень талантливые музыканты, прекрасные коллеги, товарищи. Спасибо им огромное за это. Спасибо, что вы мне напомнили. Настоящий друг. Вот. Но все-таки надо понимать, что есть распределение. Есть автор и музыканты. Есть, ну, скажем, если уж называть вещи своими именами, творец и, ну, так скажем, талантливое быдло. Все это как-то... Ну вот. Вот ребята пошли, собственно, заниматься своим основным делом, то есть играть концерты, а вы, ну, пожалуйста, задавайте вопросы. Да.
вернется в келью мою. Кто намажет на ломоть моей тоски немножечко любви в раю? Вы корону с бубном перепутали, извините. Это музыкальный инструмент. А, это, кстати, вот. Это привет, Алексей Анатольевич. Ребят, я не понимаю. Извините, пожалуйста, что вы... Это привет из Подмосковья. День 30-летия. Чу! День 30-летия. В корпусу вы холли. А, сразу хотел сказать, сити холли. А я как сказал? Ну, не важно. Да, и что? Что, не можем нормально сыграть, что ли? О, Алексей Анатольевич, я вижу, вас мучают вопросы. Меня не мучают вопросы. Нет, ну вы хотите сказать, а почему? Почему? Хочу знать. Нет, знать лишнее. Подождите, хочу. Нет, давайте без продолжения, Алексей. Да? Хочу. Даже два раза. Хочу. Нет. Ребят, кого-то это устраивает? Да, хочу и все. Хочу и все. Павлик, он хочет. Отлично. Павлик, давай ему на 3-4 сделаем. 3-4. Леша, дорогой, да ты же нас обидел. Как это? А так в натуральном виде. Типа ты один такой страдалец за любовь, а все сегодня же. Я не то имел в виду. Что ты имел в своем виду, расскажешь маме с папой. Да че вы, ребята? Какие мы эти нахер, ребята. Ребята все покакали и спят, а тут пошли как на субботу. О боже, что же это? Что же это то, что ты достал уже количеством идей за эти годы, как ты только не морочили людей. На экспедициях бардак, ничего не строят. И духан, как лыжные секции. Ну, братцы, ну там же нету вентиляции. Кто тебе сказал, что ты хоть чем-то лучше прочих? Только потому, что стрихмовал пару строчек. Кто дал право так со сцены излагать свои корявые концепции? А? И вот он мучится и мучится, чего бы наплести. И вот он учится и учит, прямо ангелу плоти. Уже и крылья, как у ангела, и кудри, и брови, как у Брежнева. Ты все каждый понимаешь, маломальский мальчик. Только у него оттопырится пальчик. Мацало в чертило, и давай махать у носа ближнего. Мотя, что скажешь? Ну все же, я считаю, все же нужно как-то терпимей. Хватит натерпеть! Это между своими прямо-то поперло-то говно-то и поперло прямо, господи! Однако ты смотри, какой плевок! А чем куда ты лезешь, старый? Это что значит старый? Ты бы лучше последил бы за своей вишнарой. Между нами попадаются такие удивительные особи. Ты что ты думаешь, он хочет докричаться до бога хрен-то? И ничего тут кроме фонта нету. Ты погляди на эту рожу повнимательней. Да что ж пустые-то такие, как побитые нога. А что ты хочешь, чтобы прыгали, как мишки гами? Короче, все, давай на ходу. Закругаем это все к хитрине матери. Не случайно эту песню я назвал.
последние деньки в раю. Господи, закрой ты эту форточку, дует свет, и земли не соблазняй ты нашу добрую компанию.